OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. У вас даже языка украинского нет. Вы говорите на каком-то таком странном псевдоукраинском новоязе. Вот чистейший украинский язык, Владимир Владимирович. Так он русский. Замечательный украинский язык у вас. А то, на чем вещает Зеленский, это вообще что? Это вообще... человек, который судорожно набрасывает слова в любом порядке. Потрясающий, певучий, красивый украинский язык, как мне такой полтавский, да, у вас, Владимир Николаевич, дали? Черкасский. Черкасский, да, такой? Да, жесткий. Вот Спиридон Павлович, как истинный грек, говорит на всех языках, куда забросила судьба на протяжении тысячелетий. Да. А что делать? Приходится... Ну, ведь все, кто здесь стоят, как я понимаю, говорят блестяще на украинском языке. Да. Не испытываю при этом никаких проблем. Ну, я тихонечко на суржике понимаю. Зато какой у вас немецкий. О, да, я Цюрих. При этом-то тот язык, на котором говорит Зеленский, это не украинский. Ты дурак, что ли, эй? Это что-то рубленное, придуманное, безграмотное, натырканное, не имеющее мелодичности, богатства эпитетов, красоты. Боже, яке кончене. Мощный взрыв на заводе в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел утром 9 августа. Взрыв был настолько сильным, что в его эпицентре практически все разрушилось. Работники предприятия утверждают, что разбита половина завода, а у рядом стоящих зданий повылетали окна. Версий произошедшего много. Местные жители говорят, что видели беспилотник. Власти же утверждают, что на заводе взорвался склад пиротехники. Издание агентства установило, что завод участвовал в разработке стелс-бомбардировщика нового поколения. По последним данным, погибла одна женщина и пострадали как минимум 56 человек. Под завалами могут находиться люди. Мария Александрова расскажет подробности. Около 11 утра на территории Загорского оптико-механического завода прогремел мощный взрыв. Предприятие находится в подмосковном городе Сергиев Посад. От него до столицы примерно 70 километров. От взрыва поднялся гигантский столб дыма. У городских зданий, даже тех, которые находятся в отдалении от эпицентра, выбило окна. Все по всему дому, да, выбило стекла. Ну, как-то хаотично. Вот что, взрыв. Версий, что это было, много. Некоторые телеграм-каналы писали, что по зданию завода ударил беспилотник. Это подтвердила одна из местных жительниц изданию СОТА. Я видела действительно, что это был дрон. Он летел сначала, завис над заводом, и буквально секунд через пять произошел взрыв. И буквально вот с левой стороны от взрыва, как будто он висел, этот дрон немножко, он секунды две-три повисел, и эти огни у него красные потухли. Однако в экстренных службах историю с беспилотником отрицают. Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал, что ЧП произошло в металлическом ангаре 40 на 40 метров. Якобы там взорвался склад пиротехники, который на территории завода арендовала некая частная компания. Это просто ебало завод. Администрация Сергиево-Посадского округа называет компанию «Пиророс». На сайте фирмы говорится, что она основана четырьмя оборонными предприятиями. Эта же компания устраивала фейерверки на День Победы. Но директор «Пиророс» заявил, что взрыв случился не там, а на соседнем складе, где хранились металлические трубы. Он же утверждает, что во время взрыва находился в здании и слышал гул. Про версию с пиротехникой заявили и в МЧС. А госагентство РИА Новости назвало взрыв, цитата, «нарушением технологического процесса». Однако не все местные жители с этим готовы согласиться. Люди, вы сами в это верите? Какой взрыв пиротехники? Какой? Я сама лично в момент взрыва улетела в стол. И это не был просто взрыв, поверьте. Объясните мне, далекая от военных вопросов, откуда был жуткий свист, если это просто взрыв пиротехники? У меня окно выходит на Загорский оптико-механический завод. Мне стало плохо не от взрыва, а от свиста. В соцсетях появились видео рядом с заводом. На них видны снаряды. А что это такое? Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что это корпус от калибра 122 миллиметра. А взрыв, который попал на видео, характерен для склада боеприпасов.
действительно очень похож на такой классический артиллерийский снаряд без верхней части, которая у некоторых снарядов откручивается, там и довольно значительная часть вот этого острая, да, сверху, она просто снимается, и там находится взрыватель, и вот ее в этих корпусах не было. Это как раз дает нам возможность предположить, что это были просто пустые корпуса без взрывчатки. Возможно, они были подготовлены для того, чтобы туда заливать взрывчатку, или наоборот, это были снаряды, подготовленные под утилизацию. Но внешне они похожи на артиллерийские снаряды для различных там гаубиц или самоходных артиллерийских установок. Взрыв был очень мощный, не похоже на какой-то небольшой склад там пиротехники, как сначала писали, еще чего-то. Скорее похож на склад какого-то взрывчатого вещества или артиллерийского пороха, скажем. Может быть, это было место, куда собирали эти, свозили снаряды, чтобы потом перевозить куда-то еще. Или наоборот, их там свозили на утилизацию или на какую-то там переработку, я не знаю. Хотя, по идее, такие снаряды не перерабатывают, а просто уничтожают. В общем, очень тяжело предположить, зачем бы это надо было делать, тем более в таком, ну, месте, где много людей. Следствие рассматривает одну из версий взрыва – диверсию. Якобы взрыв произошел во время разгрузки грузовика. Загорский завод, согласно открытым данным, изготавливает оптико-электронные приборы, в том числе для силовых структур. Это бинокли, монокуляры, охотничьи прицелы и приборы ночного видения. Предприятие входит в холдинг госкорпорации «Ростех». Мария Александрова, Белсат. Стали ли удары беспилотников причиной взрыва в Сергиевом Посаде, пока неизвестно. Однако в ночь на среду Москву действительно в очередной раз атаковали дроны. Это подтверждают российские власти. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, дроны были сбиты силами противовоздушной обороны еще на подлете к городу. В телеграм-каналах появилось видео, на которых слышны звуки взрыва и видна яркая вспышка. Собянин отметил, что на город летели два боевых беспилотника. Один в районе Домодедово, второй возле Минского шоссе. О пострадавших не сообщалось. Министерство обороны России обвинило Киев в попытке совершения, цитата, террористической атаки. Украина никак не комментировала это сообщение. Это уже девятая атака дронами российской столицы. Ранее беспилотники повредили здание в деловом центре Москва-Сити, где располагаются несколько министерств. Дроны также регулярно атакуют военные объекты и мосты в оккупированном Крыму. Тем временем в планах Украины стать мировым лидером в производстве беспилотных летательных аппаратов, заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров. Он выразил уверенность, что после окончания войны у Украины есть все шансы стать крупнейшим экспортером беспилотников, поскольку каждая модель прошла проверку реальным боем. В рамках программы «Армия дронов» в Украине уже испытано 40 моделей беспилотных летательных аппаратов. Год назад их было всего 7.